И всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас 20 октября. Короче, нам оставили, добавили кулак бури. Прикольная кирка, она мне нравится. И, кстати, в ПВЕ она тоже есть, только она мифическая, на этом король бури, и так далее проходить. В принципе, мужику купил короля бури. Она мне понравилась, вот я ее купил. Еще была высла там гуля, и так далее. Зомби 11 сезонного передвижения добавили снова. Угощайся снова добавили со 6 сезона. Злобные призраки. 11 сезон с анимацией. Я бы уже что-то хотел какие-то новые скины. Такие прикольные. Или старые с Хэллоуина. Тут что-то у нас постоянно какие-то новые скины выходят. Хэллоуинские и все. И потом тыквенные фонари. Неплохая барточка, нормально. Потом, нам оставили вот эту. Не очень мне нравится вот этот чел. Рюкзак неплохой. И кирочки я вообще не буду юзать. И лютоплан тоже не буду, потому что он большой. Только рюкзак имба. Нормальный. Лама Кадавра. Прикольно. Если у вас здесь это бомбистка, злейшая бомбистка, тогда вообще имба. Пам-пам-пам-пам-пам. Имба за 800, это нормально. Потом пицца 10 сезона, тоже прикольная, эмоция неплохая. Это типа итальяно. Вот, 10 сезон, потом золотая тяпка, 8 сезон, эта кирка мне тоже нравится. Как эта кирка почти может в любой момент выйти, я бы захотел вот эту кирку, это имба, прикольно, и еще прикольно это. Когда что-то ударяете, вот такой эффект. Окей, потом Швеза Приса. Приса 14 сезон, такая себе обверка. Это новинка, мне кажется, да? Да. Потом мистер Челюсть. Мистер Челюсти. Кстати, я думал, когда вот этот скин выйдет, а он тупо хоп, и на следующий день вышел. Нормально. И акулий плавник. Потом Валентина неплохой скин. Но мне он что-то не заходит. Валентинка, Валентина. Дополнительные стили, вот это, выполнять испытания, и вам даются секретный этот стиль. И рюкзак Валентина. Череп и Валентинка. Окей, потом у нас созвездие 11 сезона с анимацией. Потом Мириада 11 сезона, стиль на выбор. Обычный стиль, но и звездный. Мне не очень что-то нравится этот скин. Не нравится, как сделали волосы, в принципе, и лицо. А все остальное прикольно. Мне нравится. И полярная звезда тоже прикольный рюкзак. Ко многим скинам может подойти и будет немного выглядеть киберспорт. Все, потом у нас Тиранодон 4 сезона. Вот, потом Зубастик 3 сезона. За 1200 баксов нормальная кирочка, но я была за 800. Старая кирка и так далее, вот. Потом Кристалл 10 сезона за 802 баксов. Имбовый скин, достаточно киберспортивный, он мне нравится. И начали тупо все покупать, потому что там Буга играл там в турнире и все такое. Если что, я не за это купил, Я купил, она была прикольная, эти
глаза за очками прикольно сочетается, смешно. Ну, прикольный скин, вот я ее купил. Окей, ну и Бронто еще два сезона. Вот это уже не 1200, бы сказал, оно. Ну, типа, вот такие всякие скины за 1200, но я бы уже 800. И рюкзак Бронтозавра. Окей. Потом Краш, стильный выбор 13 сезона, обычный и графит. Сири вот это тоже неплохой. Но мне что-то не заходит скин. Потом опасный поворотник. У него тоже есть стиль. Вот. Графит и обычный. Кстати, не знаю, почему на Фортнайте, как видите, вот по всех персонажей, что-то на ногах вот такая хрень, защита какая-то. Вот, например, смотрите. А вот этого нет, странно. Вот видите, вот это. Чего вот это тоже нет? Ну, в многих скинов есть. Вот видите, вот это, например, кристалл на левой. Вот это и что-то там немножко защиты есть. Вот это, наверное, ну, вот этого нету, потому что это типа кола, ну, обычно, вот этого тоже нет, это, потому что сапоги. Ну, чтобы у робота была защита, что-то странно. Окей, потом стальные хребет, сильный выбор. Ну, такой себе, такая себе игрока. Записал баксов нормалек и крас тест. Я бы еще другой стиль бы добавил, черненький. А то что-то рюкзаку скину и кирки добавили стиль, а к обёрке нет. Ну, было бы прикольно первая обёрка, которая... Нет, не первая или первая, не помню, что там. Чтобы обёрка меняла свои эти стили, вот. Ну и новый пак у нас, в принципе... Стильная дочь ночи. Обычный и без очков. Но я вам покажу, у меня есть дочь ночь, именно оригинальная с 6 сезона. Вот, без очков и обычный. Потом сумеречный рюкзак. Вампирский скипетр. Потом... О, ну у нее прикольно, кстати, сделаны вот это, сами видите, идеально. Короче, светская арахана, прикольно сделали. Многие, ну, ютуберам нравится вот такая, вот такой, типа, такая кепка. Ну, мне кажется, что таким ютуберам подойдет. Еще вот это, которое, сами видите, тоже подойдет, как по мне. Потом арах, но сумка. Кстати, маленькая сумка в паке, как видите, маленькие сумочки, небольшие. И разрыватель тенеть. Нет. Вот. И потом у нас ночная бомбистка, наверное. Обычная и без очков. Но она мне больше нравится без очков. И огнеящий рюкзак, неплохой рудачок, такой формы я еще не видел, ну и бомбический топор. Вот мне что больше нравится, это, наверное, вот эта девчонка, а потом вот это, и потом вот это. Окей. Ну, в принципе, такой у нас сегодня магазин. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Не забывайте, что завтра или сегодня, ну, мне кажется, что завтра, я уже разыграю эмоции за 200, а за 1000 подписчиков на этом канале я разыграю Battle Pass или скин за 700. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока, пацаны.